В сервисной службе Златоустовского завода бетонно-смесительного оборудования всегда готовы ответить на вопросы заказчиков специалисты двух отделов – пусконаладки оборудования и отдела гарантии запасных частей. Наладчик оборудования запускает завод в срок от 3 до 8 дней. Заказ шеф-монтажных и пусконаладочных работ хотя и стоит денег, но они себя оправдывают. Во-первых, запуск завода происходит в 2, а то и в 3 раза быстрее специалистами ЗСБО, чем заказчик будет запускать его собственными силами. Во-вторых, при шеф-монтаже и пусконаладке параллельно проходит обучение обслуживающего персонала РБУ. Кроме того, выпуск пробной партии бетона происходит под контролем специалиста и полностью исключает риск простоя оборудования, а также добавляется гарантийный срок еще на один год. Завод ЗСБО имеет собственный склад запасных частей и комплектующих. Их наличие и возможность замены всегда можно уточнить на сайте компании. Мы тесно сотрудничаем с ведущими поставщиками комплектующих для бетонных заводов. Всегда в наличии на складе. В нем оборудование итальянской компании «Комоц», шнековые транспортеры итальянской компании «Пофер», тензодатчики «КАЗ», фильтры, системы рации итальянской компании «ВАМ», компрессоры «АБАК», насосы «Колпеда», пусковая и защитная аппаратура компании «Schneider Electric». Златоустовский завод бетонно-смесительного оборудования постоянно ведет работу по улучшению качества выпускаемого оборудования и технического обслуживания. Специалисты отдела сервиса всегда на связи и готовы приехать к заказчику в любую точку на карте. Сервисное обслуживание бетонных заводов ЗСБО осуществляется в любой точке России и ближнего зарубежья. Гарантийное сопровождение оборудования, установленного у заказчика, начинается с первого дня работы бетонного завода летней или зимней комплектации. Кроме гарантийных обязательств, сервисная служба выполняет замену запасных частей и капитальный ремонт в постгарантийный период.